Работа налажена внутри ветеранской организации. Координационный совет, который вот по поручению главы Ивана Андреевича я возглавляю, и Дмитрий является членом координационного совета, секретарем, мы их организовываем вместе на все мероприятия. Но вот год расписан. Вопросы поддержки участников Великой Отечественной войны и улучшения качества их жизни обсудили в Одинцовской библиотеке номер один. Все субъекты вот оказания такой поддержки наших уважаемых ветеранов – это и Управление социального развития, и Управление социальной защиты населения, наши волонтерские организации, ветеранские организации, наша Одинцовская областная больница. Мы сегодня будем обсуждать именно, как наиболее качественно поддерживать ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Работать с ветеранами – это не только поздравления в канун праздников, уверена Наталья Караваева. Государство предоставляет льготы, субсидии и другие меры поддержки. Муниципалитет оказывает медицинскую помощь, часто прямо на дому. Ежегодно проводятся профилактические осмотры ветеранов и приравненных к ним граждан. Все осмотры в основном в 98 случаях проводятся на дому. Выезжает терапевт, берутся анализы, снимается кардиограмма. 59 участников Великой Отечественной войны, 1158 тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда проживают сегодня в муниципалитете. Заботиться о них – наша святая обязанность. Эмилия Ракелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».